Добрый день, друзья! Быстренький экспресс-обзор покупок по каталогу номер 8 компании Faberlic. Вот такой каталог, и как раз по нему то, что приобрела. Здесь у меня кроссовочки, такие вот красивые летние текстильные кроссовочки сиреневого цвета. И вот в такой упаковочке они в обычном мешочке идут. Вот такие вот кроссовочки. Давайте заглянем в коробочку. А что здесь? Порошок стиральный. Биопорошок концентрированный для цветных вещей для стирки в жесткой воде. Раз. А затем идет кислородная масочка Global Oxygen для лица. Кислородная маска для лица. Потом любимое средство, двухфазное средство для снятия макияжа с глаз. Из серии Oxygen. Ну, они так упаковывают, чтобы оно, когда идет, чтобы не это не пролилось в пленочке. Вот она обычная. Тоже сиреневого цвета. Красиво. Что еще у нас здесь есть? Лосьончик от черных точек. Затем молекула форса, это витамины, биодобавка, витамины для глаз. Это магнезиум, также биоактивная добавка к пище, магний хелат. Вот, это новинка, новинка каталога. А затем новинка каталога — лицевое полотенчико 50 на 70, 100% хлопок. А вот она. Такое. Так, это чек. Чай, травяной чай. Очищение. Травяной сбор, чистота и легкость тела. Очень люблю эти чаи. 21 пакетик. Каждый раз покупаю. А затем приправа. Правильная приправа для свежих овощей. Вот. Из Family Club Нечаев. Правильная приправа для свежих овощей. Буду пробовать. Интересная штучка. Посыпать дозатором. Такой и большой. Ну, кому как удобно. Обычная крышечка такая. Ну, вот. Вот такая вот приправка. А что еще? Прокладки с анионовым чипом. Это дневные. А это ежедневочки. Ой, куда она у меня упала? Это ежедневные. Что еще здесь? Суфле, малиновое суфле. Бьюти-кафе, вообще шикарная. Шикарная серия. С таким ароматом, нежная. Ну и вот видите, суфле прям сбитое. Быстро-быстро тает в руках и на коже. Впитывается, никакой липкой пленочки здесь нет. Очень нравится уже какую... Не помню уж, какую подряд покупаю. В общем, разные пробую, но вот это вот нравится. И четвертое из серии Хамигаки. Это зубная паста Сакура. 75 миллилитров. И вот теперь у меня все четыре есть. Сниму на них обзорчик. Покажу, как они выглядят. Концентрированные зубные пасты. Плотненькие такие. Очень, очень хорошие, приятные. Затем универсальный крем для лица из серии Love, увлажняющий 50 миллилитров. Вот он такой. А здесь бонус за покупку по каталогу Glam More. А тушь для ресниц буду тестировать, буду пробовать. Черная. 57-78 артикул у нее. Вот такая. Так, вот так вот. Давайте покажу. Интересная штучка такая. Следующая. Это новинка. Flowers. Туалетная вода. Женская. Из серии It's Clear. Это вот новиночка вот этого каталога как раз. Женская туалетная водичка. Вот она. Буду пробовать. И скажу свое впечатление. Что еще у нас здесь остались? Три помадки. Ой, вот эти шикарные помады. Мне так понравилась эта серия. Я поэтому решила еще себе прикупить помадок. Она очень комфортная, очень мягкая на губах. Прекрасно увлажняет. Вот разные. Здесь 4, 40,
Так, сейчас скажу. Они здесь прям под оттенками идут. По подтонам 40-473, 40-472 и 40-474, по-моему. Три помадочки из серии. Гламшайм, по-моему. Так вот. Вот она, интересная помадочка. И новые пластыри. Новинка из серии Активит. Это пластырь гидроколлоидный от влажных мозолей. Вот если вдруг натираете, быстро облегчает боль. Взяла, буду смотреть, как будут помогать. Вот 6 штучек. Потом следующие обычные. Обычные пластыри, универсальные. Здесь их уже 40 штук упаковочки. То есть лето, оно всегда. Пластыри нужны. Ну вот, взяла себе. И, конечно же, вот такая вот штучка, ее все хвалят, буду пробовать. Это ножные пластыри детокс. 10 штучек, их на ночь прикрепляешь к подошве, и вот они как раз таки помогают. Рекомендации: применять пластыри один раз в сутки перед сном, желательно до 9 часов вечера. При обострении боли можно использовать пластыри два раза в сутки, меняя их каждые 12 часов. Пластырь наклеивать на чисто вымытую, лучше распаренную и высохшую кожу. Обычно пластырь наклеивается на стопы, но в случае возникновения там боли в суставах и мышцах непосредственно на больное место. После использования пластырь тщательно вымыть кожу с мылом. Вот такие вот пластыри. А вот у тех, у кого мышцы болят, суставы, рекомендуют. Поэтому попробую. И просто для комплексного оздоровления. Все. Следующий каталог сейчас покажу. Это будет уже 9-й каталог. Вот так вот он выглядит. И будут новинки в этом каталоге. Интересная штука. Листовой порошок. Вот уже и концентрированный есть. Обычный есть порошок. Есть жидкие средства. Есть... Теперь уже будет листовой порошок. Не знаю, что за зверь, но очень интересно будет попробовать. Это будет в следующем каталоге. Все. Вот он мой обзорчик. Как раз-таки на 100 баллов. Все, быстренько пробежались, посмотрели, что есть, что здесь куплено интересного. Все нужное. Все абсолютно нужное. Все, до новых встреч, до новых полезных обзоров. Пока-пока.